Итак, здравствуйте, скотняки такие. Играем. Вот, внизу, в левом углу написано, какая версия. А если что? Значит, Options, Counter Online. Что тут у нас онлайн? Ага. Так, музыка. Директориально звук, окей. Субтитры не надо. Так, что там надо? Здесь что у нас? Так, монохронная, окей. Окей, это не надо. Почему off? А, когда... А, когда включен мир, я понял. Окей, я хорошо, я понял. Так, что у нас тут? Так, это, кстати, новая фишка, вот это вот. Так, наратор. After jump off. Блин, музыка. Где музыка? Shut up your mouth. Вот. Выключаю музычку. Так, скины, right, left. Да, left. Окей. Видеосеттинги. Render distance 75. Chunk 32. Фреймрейт ультимейтный. Окей. Это здесь поставил fancy. Fabulous поставим, окей. Окей. Цвет у нас дефолтный. Эффекты, глинспиды. Так. Ну... Все остальное я поставил. Render дистанция. Cloud. Fancy. Particle все. Тени от сущности тоже. Все. Допустим-то. Так. Ресурс паки. Что у нас? Ничего. Ресурс паки. Контраст. Контраст. Да. Черный контраст поставим обязательно. Да. Черный контраст. Замечательно. Чтоб не нагружало глаза. Так, видео сеттинги, скины, музыка. Что еще тут есть? Ничего больше нет, окей. Дана. Погнали, Sync Player. Давайте. Значит, что у нас за версия там была? 24W39, да? Ну, так и напишем. Пускай будет. Хули это. 24W39. Ой. 39А. И напишем так. Вот так вот и напишем. Game Mode Survivor, Difficulty, Hard, Peaceful, Easy. Hardcore. Какой Hardcore? Идешь ты в баню. Hardcore, Survivor. Пускай будет. Нормальный Hard. Пускай Easy. Не будем мы вообще. Значит, экспериментальные версии, ребята. Бандлов уже нету, значит, они доделаны, получается. Майнкрафт, майнкарт включаем. Редстоун экспериментальный включаем. Village Trade Rebalance тоже включаем. Погнали. Окей, дана. Мир. Бонус чест включить обязательно. Генерация структур, окей. Word. Экспериментальные, окей. Датапаки стоят все. Game Rule, вот, самое интересное, Game Rule. Так, Game Rule. Сейчас будем наколдуем, чтобы нам полегче играть. Значит, будем вообще... будем отдыхать. Без напряга играть, значит. Player Nether Portal Delay. Значит, тут 20 ставим. Sleep процент 50%. Respawn Location Radius 0. Так, где-то у нас тут было. Respawn immediately. Respawn. Быстрый респаун, конечно. Так, что тут у нас? Full damage не надо, то есть включено. Freeze это инвентарь после смерти, конечно.
Сохранение инвентаря после смерти обязательно. Потому что нефиг выкидывать лут. Дропы все. Так, что там еще у нас есть? Майнкарт максимальный спид, кстати. Майнкарт максимальный спид. 8 стоит поначалу. Давай поставим, я не знаю, сколько поставить-то. 10 пускай стоит. Будет побыстрее кататься. Этот радиус. Ну, пускай стоит, как стоит пока что. Если что, поменяю потом. Аккумуляция снега. Кстати, ребят, аккумуляция снега. Шикарная вещь, кстати, ребят. Я никогда ее не трогал. Пожалуйста, сколько я могу максимально поставить? 99 могу поставить? Серьезно, я могу мега много снега насыпать в мире своем. Нифига себе, красава. Кстати, а сколько я могу максимально поставить? 909999, да? Офигеть, я могу много снега насыпать в своем мире. Давайте, вот пускай будет побольше снега, кстати. Я представляю, сколько если снег придется расчищать мне. Ху-ху, прикольно, кстати. Лава сурс. Бесконечный ресурс лавы, конечно, тоже он. Мы ведь развлекаемся. Окей, значит, reduce, что-то лимит, control the debug screen. Я не знаю, что это делает. Что там дальше у нас? TNT explosive, some blocks. Something blocks, one drop is a... окей, ладно, не важно. Рейды нужны мне. Elite Movement Checker. Disable Elite Movement Checker. Да. Я поскольку один играю, и читы не использую, так что пофиг. Вот, зачем мне это? Пожалуйста, а что еще в геймрулах есть? Пожалуйста, тут есть полеты. Типа в геймрулах. Keep inventory, так, sleep процент. Я не вижу ничего такого. Ладно, потом поменяю. Окей, done. Так что еще тут надо поменять? Мир. Эксперименты. Читы off. Допустим-то. Окей. Название мира. Генерация ключа. Я не знаю, какой ключ написать-то. Да хрен его. Пускай вообще будет вот такой. Я вообще сейчас... Я не знаю, что, где я буду. Пускай будет. Просто пощелкал по клавиатуре. Я представляю, сейчас где-то вообще в жопе я окажусь. Лодинг Терра. Давай, загружайся. Здравствуйте. А нет, не в жопе. Слава тебе яйцам. Ага. Там у нас... Ух ты, почему так все зависает-то? Там у нас этот самый, как его, джунгли, да? Окей. Здравствуйте. Ух ты ж, блин. Options. Видеосеттинги. 75. Симуляция дистанции. Да ладно, я понял. Даже 75 рендер... 42, 47, 46, 32, допустим, 32. Ладно. Так, подбираем все наши факела, во-первых. Так, о, спасибо, бесплатный... Так, бесплатно. Забираем. Так, забираем. Так, что у нас тут? Да, что-то он... давай... Ладно, разогнался я. Ладно, давай снизим вообще. Я хочу красивый, это самый,
Так. Я хочу, чтобы был бы этот самый, как его, комфортно играть мне. А не, чтобы все лагало. Окей. Все лагало, все. Опа, значит. Делаем crafting table, во-первых. Делаем. Так, значит, что у нас тут? Так, делаем что? Вот это делаем. Так, делаем что? Вот это. Лопату делаем. Так, кусок земли. Так, значит. Так. Добываем камушек. Во-первых. А зачем я пикакс сделал? Ой, не пикакс, а этот самый. Ладно. Добываем булыгу, во-первых. А нам булыга нужно будет много. Во-первых, для печек. Во-вторых, для этих самых. Вот. Шикарно. Так, значит. Сундук. Так, сундук, значит, спасибо тебе огромное. Спасибо вам огромное. До свидания. Так. Так, вам тоже спасибо. Вот. Так, значит. Так, делаем себе что? Делаем меч, во-первых. Делаем уже каменную, хочу сказать. Ага, каменная уже есть у меня. Каменная есть. Что мне нужно? Топор нужен. Будем, как его, в этой частушке. Будем. Из-за леса, из-за гор показал мужик топор. Значит, что нам еще нужно? Нам нужна лодка. И нам нужен сундук. И вуаля. Birch with chest. Так, что еще нам нужно тут? А, ну, вроде бы все. Так, нам нужна кровать. Кстати, мы можем вот туда пойти посмотреть, что там творится. Так, поплыли. Опа. Опа-на, бамбук. Кстати, бамбук халявный. Блин, еще бы мне бы... Сейчас бы повезло бы, ребята. Еще бы найти бы этот самый, как его... Не темплейт найти, а этот... Как его? Темпл. Найти в этом... В джунглях. Ёб твою. Опа, на там этот самый. Минутку. Так, опа. Халявный хавчик, кстати. Спасибо. Погнали. Я не хочу в этот самый, как его, плыть в этот, как его называется-то, в Dark, не, как его, не в Deep Dark, а в этот, как его-то звать-то, этот биом, который темный, это самый, темный,
Там я видел этот самый розовые деревья. Видел. Где в этот, как его называется-то? Не Dark Forest. А, нет, в Dark Forest тоже не хочу туда плыть. А как его-то звать, этот биом? Блин, как этот биом-то звали-то? Опа! Подруга Эдгара. Здравствуй, Надя. Так. Минус подруга. О, кстати, лазер. Сейчас мы сможем бандлы делать разноцветные, кстати. Так, что тут у нас? Unbreaking 2, Mending. Какое дерьмо. Так, пускай валяется здесь. Железо подберем. Ай, ёб твою. Я не хочу на спавн обратно идти. Так, надо запиздить Надю. Так. Так. Нам теперь нужно этот самый, как его, ниточки. А лучше всего сейчас бы... Так, опять подруга Эдгара. Значит, мочим. Да стоять. А тут есть эти самые. Чикены тут есть. Опа-на. Там эти, какие он называется-то? Эти. Саванна, да? Опа-на, опа-на, саванна и около джунглей, при том еще. Смотрите, саванна, джунгли рядом. Саванна плюс джунгли, это неплохо, кстати. Подожди, мне вот не нравится, что он это самое... какой give feedback? Обойдетесь без фидбэка. Минутку, options. Мне не нравится он. Он... Я хочу, чтобы было бы красиво. Так. Так, шейдеров никаких нету. Так, тростник. Опа, забираем тростник. Так, это бумага будет. Окей, бумага. Так, бумага-то бумага. Сейчас я... О! Так, значит... Минус. Один. Так, два. Так, кровать есть у нас. Замечательная. Так, куры. Мочим кур. Так, кур замочили, значит. Так, еще одна кура. Так, еще одна кура. Так, как там было? Куры, куры, что за куры? Сука, не хочу курить. Ртуть видна для организма. Куры, куры, курлык. Окей, погнали. Сейчас мы этих всех кур замочим. Лежать, тварь. Лежать. Мразь. Так. Опа-на, что у нас тут есть? Тут у нас арбузы. Ой, тьфу, арбузы, тыквы. Тыквенные поля. Тыквенные. О, кстати, сейчас ведь пауки должны быть. Выйдут пауки, зомбаки ночью. Сейчас будет весело. Сейчас. Значит, погнали. Так, значит. Погнали-то погнали. Сейчас. Вот так делаем, значит. Делаем кровать, во-первых. Так. Что там еще у нас? Так. Желтый к
Красный, соединяем. Да ёб твою, почему я не могу при помощи шифта перекинуть сюда вот? Ладно, неважно. Оранжевая кровать. Вот, все. Моя оранжевая кровать, так. Я шел в ту сторону. Ёб твою, двери. Ой, дверь, дерево. Так. Так. Так, мне нужны пауки. О! Халявный хавчик. Сейчас мы его замочим. Опа, паук! Ой, как ты... Еба, крыша горит! А, жопа... Ебануться! У вас тут жопа! Жопа с ручками у вас тут! Фу! Тихо! Спокойно! Мразь, встань, дай поспать. Дай поспать. Так. Так, я потушил. Не все я потушил. Сейчас. Так, это я потом отремонтирую. А может быть. Ага. Замечательно. Во. Блин, я же по привычке нажимаю тильду. Долбаные моды, ребята. Я уже это самое... Так, значит, забираем все вкусненькое тут. Так. Открываем то, что у нас тут. Картошка. Бульба. Это моя картоха. Я вам сейчас покажу 4 позиции, откуда камасутры, откуда хотели напасть на Майнкрафт. Кстати, я сейчас знаю, что я сделаю сейчас. Оп. Халявный голем, кстати. Ебануться. Здравствуйте, просрочка, я вас... Да ты чё, вообще охренел? О, спасибо, кстати. Иди сюда. Ага. Сейчас мы сделаем быстрый портал в этот, в Незер. Во. Замечательно, сейчас портал в Незер построим быстро. О, шикардос. Так, построим-то построим, пожалуй. Тут где-то паук был. Мне нужен паук. Так, это крипер. Кошки. Где тут? Да ёб твою, где паук был? Крипер опять. Мразь зеленая. Так, а что покушать у меня? О, у меня есть хлебушек. Допустим-то. Где пауки все? Так, овцы. Так, ух ты, сколько... Целая поляна. Овец. Нифига себе. Вот тут весело, пацаны. А, библиотекарь, кстати. Кстати, библиотекарь тут есть у нас. Это хорошо, кстати. Потом можно будет размножить их и отправить некоторых вот туда вот, в джунгли. Да ё-моё, ни одного этого самого нету, нормального. Тут только... О, опа, она там паук, паук. Мне нужен паук. Мне нужен павук. О, идет просрочка. Вам
Вам вилкой в глаз! Ёб твою! Первая смерть. А, сейчас я тебя вилкой продырявлю тебе жопу, мразота. Пошел. Так, иди отсюда. Зеленая тварь. Ёб блядь. Зеленый хер. О, паук, 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 да. Ты мне нужен сейчас. Давай, дохни, мразота. Давай, иди нахер отсюда. Блин, я привык, что я с трех ударов то есть двух ударов убиваю. На хардкоре. Блин, я уже привык, что я реально, ребят, с двух, трех ударов я убиваю крипера. На хардкоре у меня карта. Там, оп. Давайте тогда все починим. Так. Так, значит, бандл. Кстати, серьезно? Серьезно? Он так крафтится бандл теперь? Вообще так легко? Да иди ты в баню, мразь. Мразь! Ты за кого мразь, а ты мразь? Так. Ладно, бандл делаем. И красим его в оранжевый цвет. Во, бандл в оранжевом цвете. Неплохо. Теперь у меня есть бандлы разных цветов. Так. Значит, забираем все вот это вот. Едрит колотить, опять ты зеленое чмо. Иди что нафиг. Ага. Вот. Да ёп! Ты чё? Хорошо, что я повернулся, кстати. Оба-на. Оба-на. Молодец. Чётко. Я чёткий пацан. Ты, кстати, умеешь, могёшь. Так. А, кстати, мы можем, знаешь, что делать? Что мы можем сделать? Пора. А, блин, какую кровать выложить? Ладно. Давайте поспим где-нибудь. Короче, пофиг. Короче, сейчас. Все, наш спаунпоинт будет здесь. А, вот тут вот будем спать. Здравствуйте. Салям алейкум. Салам алейкум. Да-да-да. Слава Украине. Пожалуйста, что он тут один? Я не понял. Нет. Стоп. Тут еще один есть. Блин. Это плохо, кстати. Да подвиньте. Опа, еще один безработный тут есть. Да чтоб тебя. Почему я не могу? Ладно. Так. Сейчас мы все это сложим быстро. Ладно, пускай лежит пока что. Так, так, так. Нам нужно на что? Хлебушек нам нужен. Так, ведро нам нужно. Так, ведро делаем сразу же. Это камушек. Так, из камушка мы... Ага, ничего не делаем. Так, значит, делаем еще палки. Делаем вот эту фигню. Делаем вот это. Даже две печки строим. Пофиг. Понятно, у нас нету ничего. Чтобы мы могли построить эту фигню. Ладно, давайте мы сломаем это все. Вот. Так, вот поворот. Значит, строим вот эту фигню. Потом... Ой. Значит, сюда мы ставим пока что. Я не знаю, куда поставим. Сюда. И тут будет вот это стоять у нас.
Так. Ага. Так, железа у нас нету, да? Ладно. Так, мне нужно тогда что? Земля нужна будет. Подожди, железо у нас может быть... Серьезно, хватило? Это чудо, ребята. Опа-на. Неплохо. Уголь есть. Уголек. Мы его будем использовать как его, как факел. Главное, чтобы сейчас и гравий тут. Неплохо. Так, тут еще гравий плюс. О, Flint and Steel плюс. Так, опа, медь. Так, еще тут медь есть. Ой. А, ну да, вот этим накопать. Главное, чтобы сейчас лава ко мне не... Оп. Вот. Так. А у нас с вами есть вот это. Ладно. Булыгу я... Да куда ты... Морозот, остановись. Тварь. Так, надо построить портал где-нибудь. Давайте здесь портал построим тогда. Гравел? Нет, мне гравий нафиг нужен. Значит, гравий. Сюда убираем обратно. Так. Блин, я хочу воду построить. Я для воды это выкопал. А где у нас водичка тут поблизости? Ага. У них тут воды поблизости нема. Окей. Придется воду... так, у нас тут водичка. Значит. А что у нас по F3? Саванна... День первый. Окей. Ладно. Блин, а мне железо-то. Ага, я все потратил на это. Ладно, потом выкопаю железо. Вот. Так. Так, значит. Так, ну то давай портал построим, я не знаю, где портал построим. Да тут поставим. Вообще пофиг, где портал строить-то. Так. 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 Значит. Так. 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 Сейчас мы... Опа. Так, а как мне построить наверх-то? Ага. Так. Так, шикарно. Во. Так.
Отлично, портал готов. Так, мне остается железо еще добыть. Так, железо. Так. Пу-пу-пу-пу-пу. А где мы будем копать, чтобы железо получить-то? Пожалуйста, у меня больше нету кровати. А, кстати, факела надо сделать. Так. И еще надо построить. Чтоб всякое... Так, покушать. Так, тут-то мы... Так. Да ёб твою! Мразь. Когда не надо, оно поджигается. Когда надо, оно хрен его подожгешь. Я помню, когда я играл в этом. На скайблоке. Строил портал. А в Незер. Это полгода ждал, пока оно подожгется, этот портал. Так, сейчас бы на... мне бы железо бы найти бы. Серьезно? Железо само пришло ко мне. Неплохо, ребята. Железо само ко мне пришло. Так. Такс. Так, значит, стоять. Именем это самое. Вам хана. Я... Понятно. Это наоборот, мне хана. Молодец я. Ага. Шикарно. Так, мне нужно Flint and Steel. Так, покушаем и поспим. Так, что у нас тут? Жители, здравствуйте. Значит, мне нужна вот эта вот штуковина. Так, в Незере мне нужно будет булыга обязательно. Flint and Steel крафтим. Что еще в Незере? Вода мне нафиг нужна будет в Незере. Лопата, этот... Flint and Steel пригодится, что там еще нужно? Хлебушек нужно побольше скрафтить, хлебушка. Покушать надо. Вот, покушать, замечательно. Так, значит... Так, кстати. Кстати, подожди. А у нас еще есть? Да, есть железка. Да, у нас железка есть. Пожалуйста, сейчас я раз, два, три. Ой, не туда ложу. Сюда три. И что? Я могу... Знаешь, а, кстати, я могу вот этим пережаривать. Что я буду? Вот так, пускай. Ладно, пускай пережаривается. Пофиг.
А, кстати, еще надо мне быстро. Так, значит, пленки. Пленки опять. Так, значит. Ага. Две штуки делаем. Вот. Делаем вот это вот, штуковину. Во. Шикарно. Камнерез. Крафтим камнерез обязательно. Опа, медь. А, бесполезная штуковина ты. Броню ты не сделаешь с меди. Вот именно железо надо искать. Это мразотное железо надо искать. Так. Так, а на каком уровне это железо спамится теперь? Самый лучший левел для железа. Да опять ты медь. Так, сейчас посмотрим, а ну-ка. Сейчас. Сейчас. Best level iron Minecraft. Вот Ой. что об этом говорится в источнике Не Википедии. то. Best level mining iron Minecraft. Согласно источнику Бадлин, to find iron ore in Minecraft, you will want to dig down to at least игрок level 16. Will iron will spawn between levels minus 64 and 256. You will consistently find the most iron at level 16. На уровне 16. На уровне 16. Да ёб твою, как я могу уровень 16 найти-то? 16 best level для айрона. Сейчас. Вот и мы и узнали, что best level для айрона 16. Погнали. Копать тогда вниз. Так. Да ёпарас, это минус пикакс. Так. Так кто там хыкает? А. F3. Здравствуйте. Камень простой, да? Значит, пережариваем, что там, раз, два, три. Подожди, там мне три надо. А, три штучки. Да, все правильно, три штуки. Пережариваем вот это. А, да, я хотел сделать. Вот это я хотел сделать. Значит, сюда мы ставим, во-первых. Во-первых, ставим вот это. Чтоб ни одна мразь не залезла. И так вот строим. Вот. Так, значит, вот это пережариваем. Так это потом пригодится нам. Это потом пригодится. Что еще там? А, кстати, это забираем сейчас. Мы сейчас пришли за пикаксами, которых у нас нету, да? Ладно. Крафтим пикаксы побольше. Кидаем подальше, так сказать. Погнали. Майнинг дальше. Заниматься майнингом железа. Значит, уровень 16, ты говоришь. Да, лучший левель. Сейчас. Опа, на лапис. Так, лапис пригодится для зачарований. Бля, что тут лапис делает-то?
Так. Там где-то скелет тусуется. Так. Боже, надеюсь, тут не спавнер. Я представляю, если я спавнер найду в данный момент. Да он где-то здесь вот тусуется, скелет. Я сейчас не пойму, он вверху или внизу. Я просто сейчас фигней занимаюсь опять. Так. Факела ставим сразу же. Суды. Да где он был? Ладно. Сейчас бы реально бы найти бы какой-нибудь спавнер с мобами. Было бы вообще легко бы. Я бы обустроил бы, как его. Он тут вот где-то наверху. Ладно, хрен с ним. Да он вот тут вот где-то. Вот тут вот где-то вот. Вот, пещеру нашел. Только где ты? Вау, вау, вау! Ух ты, блин, надо почище сделать мне. Так.
Так, минус скелет. Блин, это не спавнер. А, блин, фальшивка. Чего? Так, уголь. Так, какой у нас уровень, высота, ой, на принтскрине я тут, ага, 27, еще ниже надо. Так. Уголь пригодится нам. А, кстати, да, мы будем его учить, как факел использовать. Ну, чтобы факела делать. А у нас топлива там достаточно. Там лава есть у нас. Ну, еще, можем в Незер будем лаву выкапывать. Ой, добывать. Ну, неважно. Выкапывать лаву. Молодец, я сказанулся. Опа-на, железка. Тьфу, не железка, а золотишко. Угу. Так, что у нас тут? Так. Так. Опа, зомбака где-то рядом. Так. Зомба? Зомба, зомба, зомба. Иди сюда, давай, давай. Иди сюда, цыпа. Давай, цыпочка. Опа, минус цыпочка. Так, а как можно отметить, что я тут был? Так, факел поставим. Ага. Тут нифига интересного нету. Гравий. Так. Так это уже уровень. Что за уровень, пожалуйста? F3. 11. Ага. Слишком многовато. Вот на этом уровне. На уровне 16 надо копать. F3. Серьезно! И железо прямо! Нифига себе! Хе-хе! Неплохо, ребята, с ушей! И сразу железо попалось. А Google-то не пиздит, кстати. Сказал правду, что тут железо на 16 уровне есть. Или тупо просто повезло.
Так. Главное, чтобы сейчас лава не вылилась куда-нибудь на голову мне. Спокойно, так, никого тут нету. Что у нас тут? Только 6 кусочков? Маловато. Ну если так вот тупо просто копать. Ух ты. Ага. Золотишко. Ага. Так. Опа, железо. Неплохо. Да ёпарас, это еще минус. Кирка. Блин, последняя кирка у меня тут. Это значит, что надо выходить. О, еще железка. Неплохо. Так, 16 уровень. Окей. Так, погнали в эту сторону копать. Я не знаю. Окей. Чтоб не было бы туннеля, который идет прямо тупо. Давайте будем копать. Опа, железо. Неплохо. Так. Ебануться, какие спецэффекты тут, звуки охрененные. Так можно и кирпичей наложить в штаны. Ага, здравствуйте. Тут водичка, да? А что там? Я понял. До свидания. Спасибо. Так, тут вода у нас. Чего? Так, лапис. Неплохо. У нас 15-й. Ну да, 15-16 уровень. Ёпарас, это начинается. Обложили флагами у меня тут. Везде эти самые, как и вода. Так. Так. А, погнали домой. Потому что... Так. Теперь надо найти путь домой. Это золото. Так. Тут нифига интересного нет. Тут гравий. Ага. Так. Опять тут... Даё? Чего нафиг? Давай издевайся. Я просто тупо... Ага. Молодец я. Заделываем эту фигню, потому что тут по кругу опять. Идемте вниз тогда. Так, а куда надо было идти-то? Так, теперь где выход у нас? Так.
Опа. Железо. Блин, нам нужно опа, найти выход. Так, с этого ада. Так. Ядрит колотить. Эти туннели. Ага. Так, надо. Давайте поставим. Вот так вот. Пускай будет. А то он тут еще затапливает нам. Ага. Так. Конечно, не умно, но. Ладно. Так, куда надо было идти? В эту сторону. Угу. Так. Ага. Окей. Так, выход в эту сторону, надеюсь. Ага. Конечно, в эту сторону. Да-да. Это вообще не в ту сторону. Ну да, не в эту сторону. Так, надо вот фейковые входы, то есть фейковые эти самые проходы надо заделывать. Иначе можно запутаться. Чего? Фейковый проход. Тут два фейковых прохода, которые ведут в никуда. Тут вообще вот это закрываем, потому что они фейковые. Теперь осталось найти нужный мне проход. Так, это не в ту сторону вообще иду. Самое главное это правильный проход найти и не заделать тот, который нам нужен. Так, значит, меч, во-первых, железка. Железка. Ну, конечно, при помощи лавы будем мы топиться. Почему бы и нет, ребята? Мы при помощи лавы будем. Значит. Так, делаем еще одну печку. Так. Опа, кстати, халявное железо ходит. Так, железо-то. Халявно, так значит. Дядя! Здравствуйте. Так, минус. Вот, плюс 5 железа плюс. Неплохо. Так сказать, найс. Давайте скрафтим. Сейчас. Ой. Вот это скрафтим, давайте. Опа. Во. Теперь будет намного лучше, значит. Так, что мы крафтим себе? Что там Майнкрафтер крафтит для Незера? Так.
Так, что они там крафчат? Где это? А почему его рецепта нету тут? Ой. А как он крафтится-то? Пожди. В комбате. Вот оно как крафтится. Даже так оно крафтится. Окей. Окей. Так, значит. Железо. Так, что у нас еще тут есть? То, что мы можем пережарить. Медь мы можем пережарить. Так, халявное топливо, кстати. Оп. Под боком. Оно, кстати, бесконечное у нас теперь. То есть мы не нуждаемся больше в лаве. У нас... Нам это самое хватает вот этого вот озера. Так. Так. Подожди, давай я сниму вот эту вот фигню. Потому что я боюсь, что оно... Могу упасть в лаву. Давай заделаем всю эту фигню. Во. Так. Пока что так пускай будет. Ну да, пока пускай так будет. Потом, или нет, кстати. Блин, я боюсь, что они прыгнут туда. Ладно, пускай так стоит. Закроем эту фигню. Так, берем эту. Крафтим себе... вот это крафтим, во-первых. Так. Башмаки. Леггинсы. Леггинсы. У нас на голову не хватает, да? Так, на голову оденем. Вот, все. Мы теперь в железе. Так, значит. Так, делаем сундук себе. Вот, сундук делаем. Ага. Так. Так, мои вещи, которые... Значит, спасибо вам за службу. Так вот, спасибо за службу. Складываем все свои вещи ценные прямо. Так. А ну, stand up, motherfucker. Маленькая тварь. Маленькая мразь. Это моя кровать, маленькая мразь. Ну, пошла сюда нахер. Маленькая тварь. Ебануться опять. Здравствуйте, железный. Так, у меня... Так, у меня есть что? Палки мне нужны. Мне нужны палки, побольше палок, во-первых. И скрафтить себе... Вот. Меч, во-первых. Скрафтить себе... Уже, наконец-то... Ага, скрафтить. Молодец я. У нас не хватает. Ну и все, больше нету железа у меня, закончилось, блин. Ага. Так. Но это ненадолго. Потому что тут бесплатное железо подошло ко мне. Так. Так, халявное железо, спасибо. Значит. Крафтим наконец-то пикакс железный. Что еще там?
Надо. Так, делаем блок меди. Так это с собой берем, это нафиг, нафиг, нафиг. Так, пикакс, это берем с собой, что еще надо с собой взять? Давайте лопату еще, возьмем лопату с собой. Так. Ну и топор, наверное, обязательно. Обязательно топор железный для Незера. Вроде бы все. Так, ну, да, это тоже с собой надо взять. Покушать, да, покушать есть у нас. Погнали в Незер. Надеюсь, не песок душ. Замечательно. А, какой отвратительный спавн. Блин. Какой отвратительный спавн, ребята. Да не надо шмалять меня. Мразь. Вот же мразь, а. Так. Вопрос, и куда сейчас мне идти? Блин. Самый отвратительный биом в Майнкрафте. Это песок душ. Потому что в самом начале. Так. Так. Ладно, погнали. Назад. Здравствуйте, я вернулся. Как его там? Как там было? Не сп... Я испугался? Нет, блин, зассал я. Значит, давайте я... вот это давайте сделаем. И посмотрим, кстати. Сейчас. Вот. Значит... наш дом находится, если что, сейчас, F3, вот, по таким координатам наш дом находится, ну, то есть портал, минус 72, 66 уровень и минус 34. Вот. Давайте в эту сторону будем копаться. Главное, чтобы это... Так, ага. Я даже не знаю, куда я сейчас иду. Ага. Превосходно. Так. Так. Валя. Здравствуйте, лава. Очень приятно, нет. Домой. Замечательно. Так. Блин. Так, пожалуйста, кто это у нас? Ага, уголь он покупает. И железо, да? Да у меня самого железа нету.
Так, ладно, погнали в этот, в эту сторону. Я не знаю, что в этой стороне. Блин, в этой стороне опять песок душ. Блин. Да сколько его тут, этого песка душ? Вот. Так, у меня закончились строительные блоки для Незера. А, кстати, надо в три блока раскапываться. Вот. Опять гаст летающая. Угу. Так. Ага. Превосходно. Так. Да хорошо, что я лопату-то сделал. Как будто я это самое, своей задницей чувствовал, что тут песок душ у нас будет. Так. Опа. Погнали. Ага, погнали, конечно. Так. Во! Шикарно. Так. Угу. Сейчас бы найти бы какой-нибудь этот бастион или что-нибудь там. Опа. Во! Шикарно. Так. О, золотишко неплохо. Блин, надо было с собой крафтинг тейбл было брать. Так. Так, минус кирка. Превосходно, да, Маша? У меня тут кошка пришла ко мне. Так. Кстати, мы можем домой быстро попасть вот так вот.
Вот. Быстрый телепорт называется домой. Через это самое. Так, значит. Мне нужно... Так, что мне надо скрафтить-то? Так. Броню одеваем. Так. Так. Палочки. Кирки. Ты чё, дурак? Вообще, попутал. Я не такой, отстань от меня. Отстань, противный. А. Надо одеть обязательно. А что там по адвансментам? По адвансментам все в порядке, да, у нас тут? По адвансментам. Ага. По незеру, что у нас тут? Обсидиан. Это. Ага. Ну ладно, хрен с ним. Погнали. Опа, скелетон. Ага, сейчас мы еще один адвансмент выполним. Опа. Косой. Ага. Отлично. Мимо. Отлично, замочили скелета. Опа, это базальтные дельты. Неплохо. Тут дофига лавы должно быть. В базальтных дельтах. И магма кубов. Заделаем это. Где-то. Ага. Хорошо, что я shift нажал. Я бы мог упасть. Чисто вот случайно я нажал на shift. В данный момент. Ну не в данный момент, но перед тем. Вот. Да ё-моё, никакого бастиона тут нету. Ни бастиона тебе. Ни этот самый, как его. А...
Так, 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 сейчас побачим. Так надо побачить, что там творится у нас тут. Так. Ща. Так. Во. Так. Ага, стрелы. Так, тут нифига нету. Так, погнали, строить мост. Главное, чтобы сейчас этот самый магма-квадрат нас не сбросил бы. Будет не очень приятно. Так. Сейчас options. Видеосеттинги. Да ёпа, зависло все к хуям. Да я нифига не вижу я. О, ёб твою. Картинка превратилась в пик этот самый. Ага, я понял. Так. Так. Погнали строить мост дальше. Ага, нифига нету. Свиноты. Так, свинота. А где у нас этот самый? Нифига подобного нету. Опять гаст. Так что у нас тут есть? Блэкстоун у нас есть. Ладно, давайте из Блэкстоуна. Это что у нас? Полиш Блэкстоун. Окей. Полированный Блэкстоун строим. Так. А, это кирпичи. И чернитные кирпичи уже в ход пошли. Так. Я пока что нифига не вижу. Где может быть этот самый... А если тупо в другую сторону начать копать? Просто вот в ту сторону.
Потому что в ту сторону строится. Блин. Или строится, или копать. Это ж... Так. Там нужно и копать, и строиться в той стороне, где мы мост строили. А тут только копать нужно. Тут немножко выгоднее. Если мы в эту сторону будем копать, наверное. Так. Вообще везет, ребята, мне. С этим сидом очень повезло, прямо. Отрицательно повезло, кстати. А, опа. Не говорю, что опять придется строиться в этот самый. Минус кирка. Ага. Базальта мы накопаем, а? Полный карман базальта будет у нас. Тут надо быть аккуратным, копать именно, потому что тут наверху может быть, как его, лава может, или сбоку посыпаться лава, так что надо быть очень аккуратным. Во. Шикарно. Опять Blackstone. Ага. Еще минус кирка. Так. Ну, это последняя у меня кирка. Пикакс. Сказать. Чернит. Какой он большой биом этот.
Так. Так, туннель заделаем. Так, ага. Так, строительных этих самых блоков больше нету, да? То есть, кирки нету у меня больше, окей. Ну ладно, допустим-то. Так, что у нас тут? Тут у нас нифига нету, да? Так, заделываем. Чтоб не путаться. Так, тут, блин. Вот. Ага, оп, погнали. Красный биом. И больше нифига нету. И очень много лавы тут. Просто мега много лавы. Тут бы хорошо, кстати. Как его называется-то? Ферму этого самого F3. Что за биом у нас? Waste. Vastas. Как его, ферму железа, ой, не железа, а этого, золотишки. Очень хорошо бы, подошло бы строительство. Красный биом. А, подожди, не... А, блин, оно не в красном именно. Строится. Золото. Фирма золота. Главное, чтобы свинота сейчас мне не появилась бы. Так, красный биом. Бастиона не видно никакого. Ни бастиона, ни этого самого. Нифига не видно. Что так мне сегодня не везет, ребята, а? Ни Nether Fortress, ни бастиона, нифига. Вот там свинота. Внизу.
О, свинота ходит. Где боеприпасы? А? Свинота. Нифига интересного нету. Я не знаю, тогда... Так. Чернитный полиш чернит. Камушек. Чернитный камушек. Так. Опа, охотится он. Серьезно, ничего нету тут. Просто нифига нету. Польже базальт. Ага, это полированный базальт еще есть у нас немножко. Ладно, погнали. Полированный базальт построимся. Нифига интересного. Ага. Мега мост. И я, так сказать. Так. Так, короче, быстрый, как его, домой отправляемся. Мне лень ходить домой пешком. Вот. Здравствуйте. А, я вернулся. Ни с чем. При том еще. Ай, блин. Так. Окей. Блин, у меня тут даже дерева нету. Так. Ё-моё. Почему деревья это самое? Не падают листья. Так. Так, мне нужно сундуки какие-нибудь еще поставить. Я не знаю, куда поставить сундук. Ладно, пускай стоит здесь. Еще один сундук. Так, выкладываем все свои вещи. И еду тоже выкладываем. А, это тоже выкладываем. Вот. Короче, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, нажимайте лайк. Чтобы не пропускать мои трансляции, нажимайте колокольчик. Вот. Выговорю еле-еле, потому что спать хочется уже. Мне уже поздно. Очень поздно, кстати, сейчас. Я записываю видео очень поздно прямо.
Мега поздно. В общем-то, всем пока, потому что сейчас все спят. Это я такой умный человек, записываю очень поздное видео. В общем-то, всем пока.